Традиция рукописных альбомов пришла в Россию из Западной Европы. Их составлением первоначально занимались мужчины, а с конца XVIII века альбомы стали важным элементом домашней и семейной культуры и непременным спутником юных барышень. И этот альбом когда-то принадлежал юной барышне, однако имя ее до сих пор неизвестно. Известно лишь одно – она путешествовала со своим отцом, а он занимался продажей соли в Астрахани, Москве и Нижнем Новгороде. По своей дороге она, в общем-то, собрала такой целый альбом. А вроде бы ничего такого примечательного в этом нет. Но мир альбома – это мир дворянской культуры. Как Пушкин говорил, что альбом – это есть памятник души. Действительно, оно так и есть. Корешок альбома обтянут красной софьяновой кожей. На ней арабская вязь и золотой обрез. А внутри каждая страница эмоции. За каждым портретом история, печальная или веселая. За каждым акварельным рисунком человек. Барышня, что она могла с собой вести? Конечно же, склянку для духов. Конечно же, гусиное перо. Конечно же, должно быть в дороге, она чем могла заниматься. Конечно, шитью бисером. Любимое занятие для барышни того времени. Вот. Это обязательный веер, потому что без веера барышня могла появляться ни в свет, никуда. Мы иногда перчатки привозим дамские. В общем-то, довольно много интересных предметов, которые мы с собой вот привезли, которые окружали мир вот этой девушки. Выставка в альбоме «Вашем я пишу» продлится в Литературном музее «Дом Языковых» до 10 февраля. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.